Для тех, кто не в курсе, объясню. Продолжаю путь шамана Александра Габышева. Я его волк. Он меня так нарек. Когда-то он пообещал Богу, дал слово, что проделает этот путь пешком. Так как сейчас он находится в заточении, идти некому, я решил, это чисто мое решение, решил продолжить его путь, так как тоже считаю, что президент окутан демоном. Демон завладел его разумом, демона надо изгнать. И тогда жизнь у нас в стране наладится. В прошлом году я прошел 2000 километров, дошел до города Новосибирска. И в этом году, вот с сегодняшнего дня, я вышел и продолжаю путь в сторону Москвы. Для всех законников, на учете у психиатра, нарколога не состою, судим не сидел, судимости погашены. Осуществляю свое право на свободу передвижения, свободу волеизъявления и свободу вероисповедания. Всем всех благ, слава роду, уруй, айхал. Телега катится, обряд идет.